40 деревьев пополнили экологическое будущее города над Бугом. Зеленая акция состоялась в рамках крупномасштабного проекта, инициированного Брестским горисполкомом и Советом депутатов под говорящим названием «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста». На этот раз за лопаты взялись многодетные семьи. Десятки кленов будут украшать улицу Луцкую в любое время года. С инвентарем, техникой и саженцами помогли работники коммунальника. Высадить дерево каждый должен понимать, что это является нашим долгом, долгом каждого гражданина для того, чтобы, скажем так, нам легче дышалось в этом нашем красивом городе, чтобы он был зеленее. Для всех это будет приятно и красиво. 40 новых зеленых насаждений по задумке многодетных мам должны стать настоящим украшением территории, которая сегодня не слишком богата на оттенки зеленого, желтого и оранжевого. Оксана Думка, мама пятерых детей, уверена, спустя много лет клены наберут силу, станут символом семейных ценностей и украсят городской пейзаж. Кому как не нам знать, что такое жизнь и как важно дать жизнь новым деревьям, деткам. Мы как минимум дали жизнь троим детям, вот, поэтому сейчас даем жизнь уже второму дереву, да, то есть в прошлом году, 21 октября, мы садили деревья в парке. Хотим вот праздник, шарики, ленточки повесим, ну, такая, знаете, маленькая традиция, мы вешали ленточки по количеству детей в городском парке, здесь также. Участники акции на веточках молодых кленов завязали столько разноцветных ленточек, сколько у них в семье детей. Акция «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста» продолжится с аналогичной активностью.